Крестьянско-фермерское хозяйство «Сабина» существует уже более 20 лет. За это время оно сумело выстоять в конкурентной борьбе, зарекомендовать себя перед партнерами, многократно увеличить площадь пашни. Сейчас у фермера более 250 гектаров. Большую часть земли он отвел под зерновые и пропашно-технические культуры. Овощи занимают порядка 25 гектаров. Этого вполне достаточно, чтобы своими силами заниматься огородничеством. На грядках красуется томат, рядом морковь и свекла. Солидный участок отведен под луг, причем здесь растет несколько сортов. Достойное место в хозяйстве занимает картофель. Овощами заниматься это на любителя. Не каждый захочет вот такой вот постоянной привязанности к конкретному участку. Потому что, что бы мы ни говорили, я, допустим, по своей основной специализации, это зерновик. Я понимаю, что за день я могу и 100, и 120 гектаров пшенички спокойно отработать, и все на овощах. И если за день получилось привести 1,5-2 гектара овощей в порядок, это значит день достаточно удачный. Поэтому в этом отношении, да, пугают именно, вот этот объем работ пугает. Хотя сегодня было бы желание. А желание заниматься овощеводством у Зияутдин Гаджибрагимова предостаточно. Специально для этого фермер приобрел дорогостоящую технику и подвесные агрегаты. Закупил семена, которых хватит на несколько лет. Стремясь достичь высоких результатов, Зияутдин в этом году планирует применить практически на всем участке системы капельного орошения. Кстати, в хозяйстве выращиванием овощей занимаются не только в открытом грунте. Рядом с домом расположились две большие теплицы. Ну, во-первых, хочется, чтобы более-менее равномерно мы сами были заняты. Раз. Второе. Все-таки есть ряд овощных культур.